Всем привет! Это видео к шестому проекту из набора Квант. В этом проекте мы соберем прототип системы климат-контроля. Откроем книжку на странице шестого проекта и начнем его собирать. Установим модули. Красный светодиод в ячейку 1, зуммер в ячейку 2, зеленый светодиод в ячейку 3, датчик температуры в ячейку 4 и потенциометр в ячейку 6. Теперь в программе mBlock создадим анимацию. Создадим шкалу в сцене от минус 50 до плюс 50. Для спрайта импанта создадим костюм в виде горизонтальной линии черного цвета. Создадим спрайт «Предел» в виде горизонтальной линии красного цвета. Далее сделаем скрипт для спрайта импанта. Создадим три переменных. Температура в скобках шкала. Температура в скобках датчик. Предел в скобках потенциометр. Перенесем необходимые блоки этих переменных в рабочую область. Перенесем все остальные необходимые блоки и начнем собирать скрипт. Здесь можно поставить видео на паузу для самостоятельной сборки скрипта. Теперь сделаем скрипт для спрайта «Предел». Создадим переменную «Предел» в скобках «Шкала». Перенесем ее блоки в рабочую область.
Перенесем в рабочую область блок «Когда щелкнут по зеленому флажку», блок «Идти в XY», блок «Установить Y в» и блок «Всегда». Соединим их следующим образом. Зайдем в группу блоков «Данные блоки», установим галочки напротив интересующих нас переменных для отображения их значений в области анимации. Запустим все скрипты. Вращением ручки потенциометра мы можем настроить максимально допустимую температуру. Если температура в пределах нормы, то горит зеленый светодиод. Но если ее значение превышает максимально допустимое, то система подает сигнал зумерам и включает красный светодиод. Если по каким-то причинам скрипты не работают, то вы можете зайти на наш сайт набор.trema.ru, скачать скрипты к этому уроку и сверить ваши скрипты с уже готовыми. Также хотим напомнить, что для работы скрипта управляющая плата должна быть подключена к ПК, ее прошивка должна быть обновлена, ее компорт должен быть выбран в программе mBlock. Как это сделать, вы можете посмотреть в видео к уроку номер 1, ссылку на который мы оставим в описании. Продолжение следует.